Раз. Братья и сестры, слава нашему Господу. Вчера у нас был радостный день, у нас библейский колледж тоже, graduation проходили, они заканчивали учебный год в познании Слова Божия, в росте духовном. И сегодня мы видим, что наши дети, то есть это меньшее, как бы меньший возраст детей, да, которые сегодня у них тоже graduation. То есть они тоже этот год старались, они приходили сюда, они чему-то учились. Может быть, нам покажется, что это маловажно, когда дети приходят, они учатся русскому языку, кому-то может покажется, что это не нужно. Соломон, мудрый человек, самый мудрый, который был на земле, да, если не считаем Иисуса Христа, то он сказал такие слова: «Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи праведного, и он приумножит знания. Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум. Потому что через меня умножаются дни твои, и прибавится тебе лета жизни. Если ты мудр, то мудр для себя». А если буен, то кто потерпит? То один потерпишь от этого. Очень важно то, чтобы дети наши приходили сюда и учились именно при церкви. Учились русскому языку, потому что наше служение в основном происходит на русском языке. И если кто-то думает, что, может быть, это не важно, очень важно, потому что у нас есть поколение, которое, может, английский не так знает. Но для наших детей это великое благословение, когда они имеют вот это познание, можно сказать, это познание земное, да, чтобы знать русский язык, но однако же оно им поможет тому, что проповеди слушать, понимать Слово Божье в общении. И если вспомним жизнь Моисея, то он был научен какой премудрости всей? Египетской, да? Он знал. И вот очень интересно, Господь берет такого человека, который знал все, да? И когда он его выводит? В пустыню. Пасти что? Овец. Как вы думаете, то все знание, которое он имел, оно потерялось или оно ему потом в дальнейшем, когда он вел вот это большое общество народа Божьего, оно ему помогло? Даже очень. Поэтому знание, которое вы, детки, приобретаете здесь, то, что вы учитесь, это очень хорошо. Я всегда своим детям говорю такой пример. Вы знаете, наш мозг – это мышца. Чем больше мы ее напрягаем, тем что? Тем крепче и больше она становится. Поэтому Господь так создал человека, что когда человек учится, ему потом оно легче, как бы чему-то новому научиться. Поэтому старайтесь и продолжайте вот это ваше старание и желание, чтобы приходить учиться. Учиться сейчас русскому языку, потом приходить, чуть подрастете, будете в Bible College приходить, будете в подростковые классы приходить. Но очень важно того, чтобы вы приходили, чтобы вы учились, чтобы вы научились любить учиться. Вы знаете, в жизни, всю жизнь человек, сколько живет, он должен учиться. И даже как-то я читал, уже не помню, откуда эта информация пришла, но то, что у человека начинается проблема с памятью, знаете, когда? Когда он в том возрасте, что он говорит, что мне ничему новому не надо учиться. И он же начинает забывать то, что он знал. Поэтому вы очень хорошо делаете, что вы приходите. Благодарность большое родителям, что они привозили детей, находили это время учителям, которые оставляли семьи, приходили, старались, чтобы вложить по возможностям, по знаниям своим, чтобы научить детей русскому языку. Великое благословение – это в том, что это происходит именно в церкви. Потому что каждый урок начинается с чего? С молитвы. Это великое благословение, потому что весь материал, все примеры, которые учителя используют, они христианские. Они часто рассказывают истории из Библии детям на русском языке, чтобы дети понимали, чтобы они научились понимать русский язык. Я бы хотел, чтобы мы
пред началом этого, вот эту программу, которую дети приготовили, мы помолились, чтобы Господь благословил это все служение и благодарность Ему вознести за то, что Он хранил нас до сего часа. Поэтому склонимся и будем молиться. Благословен наш Творец, благословен наш Бог, слава Тебе, хвала, Тебе честь, Тебе прославление, Господь. Ты достоин хвалы, всемогущий Творец и Создатель, аллилуйя Тебе, хвала и слава. Рагана маштуру дегерли мен, мехтуру дегерли рагаша, махтуру дегерли иса, миштуру дегерли иса, маханам бери дегерли мен. Благословен наш Господь, благословен наш Царь, Отец, мы благодарим Тебя за народ Твой, Господь. Мы благодарим Тебя за наследие, которое Ты посылаешь, Господь, Отец, нам, Господь, Отец, дабы нам иметь общение вместе, Господь, дабы нам вместе служить Тебе, дабы нам вместе, познавая истины, Господь, прославлять Тебя и величать Тебя в жизни, Господь. Слава Тебе, хвала Тебе, честь Тебе, благодарение. Всемогущий Господь, Ты благослови, Ты сам присутствуй, силы Духа Святого на этом месте, дабы это все было во славу Тебе. Господь, благодарность Тебе, хвала Тебе, честь Тебе, слава Тебе, Господь, за милость, явленную Тобой к народу, Господь, Отец, что Ты хранил, Господь, семьи, Господь, Ты хранил детей, Господь, милость Твоя, любовь Твоя была над нами, благодарность Тебе, всемогущий Творец, что мы смогли прийти на это место, Господь, в первую очередь, воздать Тебе благодарность, прославить Тебя, Господь, за то, что Ты посылаешь, Господь, прекрасных детей в семьи, Господь, народа Твоего, что Ты даешь возможность, Господь, что мы можем их учить, Господь, среди народа Твоего, Господь, слава Тебе и хвала. Благослови их сердца, благослови их разум, тому, чтобы все те познания, все то знание, которое они получили, это только послужило для славы и величия имени Твоего. Благослови, устрой это служение, Господь, Тебе. Наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, воля Твоя и на земле, как и на небе, хлеб наш насущный на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Я попрошу всех вас присесть. Начинается детская программа, я поэтому прошу, чтобы дети прошли на сцену.
Буква Я. Букву Ч мы изучаем, на уроке не скучаем. Это ж надо так случиться, очень любим мы учиться. Букву А нам надо знать, чтобы что-то почитать. Буква Б всегда согласна, рядом классно постоять. Букву В мы знаем очень. Все взрослые и дети. Ёжик тащит белый гриб, хоть он просто невелик. Все щенок целый день играл и под вечер задремал. Буква З, сон Татосика укрылся, на время приютил. Буква У стоит в углу, у нее унылый вид. Видно, букву наказали, но за что нам не сказали. Буква Ф в футбол играет, мяч ведет и забивает. Буква Т. Черемок, он не визок, не висок. Посмотри на колесо, ты увидишь букву О. Собака громко лает, дом весной охраняет. Петушок, петушок, я как раз на гребешок. Пыль пришел. Носорог. Носорог пришел купаться, любит спортом заниматься. Буква З, звук на ветке занимал, а полета он устал. Фе, жаль, купила бандят, на и решила. Хорошо, мечта буква Х, но надо знать. Буква Е идет гулять, я живику собираю. Буква Лю, люла, кучета, быстро она. Чемпионик фигу на ките, учил старался букву С.
читать, потому что в чале школу мы не взяли. Мы пробуем понять библейские слова. В одной мы учимся читать, делить и умножать, в другой мы учимся Христа любить и уважать. В одной нас учат клеить, шить, когда урок труда, в другой нас учат свято жить, добро творить всегда. Как хорошо, что с детских лет, второй класс я учусь, в одной директор человек, другой Господь Иисус. Скажу
мне А, что мне Б, что мне А, Б, Б, Г, Д. Когда я знаю буквы все. Поздравим мы прекраснейших людей, таких нам близких и родных, своих учителей. Вы дали каждому из нас души свою частицу, листали с нами день за днем в школьных лет страницы. И нам не жалели, чтоб настоящими людьми мы в жизни стать сумели. Спасибо вам, учителя, за знания и умения. Дай Бог вам бодрости и сил, добра, любви и терпения. Уроки за советы, что сердце теплом загретое, за то, что нас вы понимали, учиться нас вы убеждали. Дачи, такой же теплодачи. Учеников желаем послушных, добросовестных, великодушных.
когда мы малышами, держа в руках цветок букет. А папы, мамы волновались, давали мудрый нам совет. Но время быстро пробежало, и позвонил бы мы чуть-чуть. А как хотелось взять взглядом, на школу нам еще взглянуть. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа, уроки, перемены. Школа, школа, учителю доски, и твоей любовью мы согреты. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа, уроки, перемены. Школа, школа, учителю доски, и твоей любовью мы согреты. Входим в класс ежедневно, родная парта, стул, тетрадь. Английский, русский, рисование смогли бы много рассказать. Мы с вами пили и читали, играя, выучили нас. Спасибо, школа дорогая, ведь все науки — это класс. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа, уроки, перемены. Школа, школа, учителю доски, и твоей любовью мы согреты. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа, уроки, перемены. Школа, школа, учителю доски, и твоей любовью мы согреты. Задание с нашими детками. И сейчас я бы хотела бы поздравить их. Сегодня у нас есть выпускники в нашей школе, которые, к сожалению, уже не будут в следующем году изучать русский язык. Но если у них будет желание, мы, пожалуйста, вы всегда готовы записаться, и мы еще для вас целый класс сделаем. Сегодня в конце, после сертификатов, прозвенит последний звонок. Но я хочу сказать огромную благодарность учителям, сотрудникам нашей школы за то, что подарили нашим детям
свое время, помогли им раскрыть свои таланты и проявить себя со всех сторон. Пусть у вас, дорогие учителя, будет в следующем году много старательных и прилежных учеников, и пусть удается ладить с каждым из них. Дорогие выпускники и также все детки, пусть ваши дороги приведут вас к успеху и процветанию, и пусть вам удастся обрести настоящее счастье в этой жизни. Я сейчас буду вручать грамоты. Начнем с наших выпускников. Моисей Сэу. Ты хочешь? Владислав Скрыльников. Диор Рахмонов. Самуил Завалин. Регина Завалина. Денис Кучейник. Самуил Юдин. Виктория Пруцко. Пятый класс, приготовьтесь. Елисей Мигович. Виктория Каминская. Оттуда подходите. Игорь Свиденко. Дженнифер Стадникова. Ванесса Свиденко. Максим Пруцко. Рувим Юдин. Альвина Свиденко. Нафан Снигур. Максим Сео.
Четвертый класс, приготовьтесь. Преподаватель пятого класса, кто? Я думал, кто-то должен. Ближе, 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 ближе. Туда, туда смотри, туда, туда. Четвертый класс. Габриэл Пурас. Александр Завалин. Александр Пруцко. Макс Кучейник. Роман Свиденко. Станислав Завалин. Джейсон Мигович. Даниил Сеу. Валерия Мигович. Иудив Бандеровская. Денис Козуб. Третий класс, приготовьтесь. Второй. У меня третий. Второй. Второй класс, приготовьтесь. Да, сейчас. Второй класс. Авива Малимон. Жасмин Пурас. Наоми Снигур. Сергей Лифанов. Александр Лифанов. Амир Рахмонов. Наоми Сеу. Рувим Козуб. Антон Свиденко.
первый класс, приготовьтесь. Пожалуйста, все, пройдите. Так, первый класс и преподаватель Карина Свиденко, да? Эми Снигур. София Свиденко. Марьяна Галустян. София Наточаева и Роман Наточаев. Бабушка здесь, а то пусть подойдет, возьмет. Здесь же, наверное. Нет? Нет? Так, тут подготовительный класс. Итак, подготовительные классы, подготовьтесь. Подготовительный класс и преподаватели Лариса Скрыльников и Любовь Прыцко. Олеся Завалина. Роман Выровщиков. Лиана Скрыльников. Эдик Пруцко. Эдика сегодня день рождения. Давайте мы встанем, пропоем коротко. Happy birthday. Да, у него. Day to you. Эдик, все. Happy birthday to you. С днем рождения. Даниэла Стадникова. Антон Кучейник. Эвелина Пруцко.
Амир Галустян. Митя Галустян. Айви Пятницкая. Андрей Лифанов. Авенир Лифанов. Ланета Свиденко. Авенир Свиденко. Ева Свиденко. Натан Пурас. Тимофей Козу. Давид Завалин. У нас есть почетные грамоты. Тут кому за отличную посещаемость, кому за хорошую успеваемость, кому за усердие в учебе. Короче, те, которые отличились, получают почетную грамоту. И Эвелина Пруцко за отличную посещаемость. Давай все они выйдут, наверное, можно. Антон Кученник за отличную посещаемость. Данелия Стадникова. Эдуард Пруцко. Лиана Скрыльников. Роман Выровщиков. Олеся Завалина. За усердие в учебе Марьяна Галустян. За усердие в учебе и отличную посещаемость София Свиденко. Эми Снигур. За усердие в учебе и отличную посещаемость. За выполнение домашнего задания Наоми Снигур. Наоми. Авива Малимон. За выполнение домашнего задания. Жасмин Пурас. За усердие в учебе. Роман Свиденко за усердие в учебе и выполнение домашнего задания. Макс Кучейник за активное участие на уроке. Александр Пруцко за активное участие на уроке. Александр Завалин за усердие в учебе. Габриэль Пурас за усердие в учебе.
Дженнифер Стадникова за выполнение домашнего задания. Максим Пруцко за выполнение домашнего задания. Игорь Свиденко за выполнение домашнего задания. Виктория Каминская тоже самое за выполнение домашнего задания. Денис Кучейник за отличную посещаемость. Самуил Завалин за отличную посещаемость и удовлетворительное поведение на уроке. Регина Завалина за первое место в технике чтения, отличную посещаемость и выполнение домашнего задания. Виктория Пруцко за отличную посещаемость и выполнение домашнего задания. Владислав Скрыльников за отличную посещаемость. Самуил Юдин за отличную посещаемость. Еще два человека, которые там, у них тоже почетные грамоты, но забыли, я думаю, потом. Дженнифер, да, как? Мигович? Джейсон Мигович? И Бондровская, кто Бондровская, кто? Иудив, Иудив Бондровская и Мигович. Выйдите там. Потом уже...
Дети, вы готовы? Не готовы на каникулы идти? Готовы? Да? Ну тогда слушайте. Сейчас для вас прозвенит последний звонок в этом году. Сейчас мы помолимся, и вы будете готовы идти на вашу паре. Внимание! Минуточку внимания. Мы сейчас помолимся. Помолимся, благословим наших детей, благословим наших преподавателей, которые занимались с вами в течение всего учебного года, которые уделяли время, пусть хоть может быть и один день в неделю, несколько часов, но они уделяли его для того, чтобы вам преподать какие-то уроки, оторвать свое время от семьи, прийти для того, чтобы вам рассказать о том, как правильно соединять буквы и что из них получится. И сейчас я хотел бы пригласить, наверное, учителей. Давайте мы пригласим сюда, чтобы все учителя вышли сюда, преподаватели, директора, все выходите сюда, кто выделял время, кто занимался с детишками, кто, может, просто помогал и посещал чем-то, проявлял какую-то... Пожалуйста, сюда. Да, substitute teacher, те, которые помощники были. Вы знаете, 30 лет тому назад у меня был выпускной. 30 лет тому назад. Я тоже когда-то вышел из школы. Но сегодня у вас последний звонок не только, что как будто вас отпускают, а последний звонок просто на эти летние каникулы. Я думаю, тут есть для них цветы. Там салфетка. А то на фото. Не, вы оставайтесь на месте. Вы оставайтесь на месте, мы сейчас помолимся. Я приглашаю служителей. Давайте пройдите сюда. Брат Петр, проходите. Брат Алекс. Кто еще есть? Брат Николай Малимон. Где тут? Он тут-то был. Давайте мы помолимся, благословим. Двое служителей, повернитесь в эту сторону, двое служителей туда. Давайте мы помолимся за наших детей. Дети, у вас урок начинался с молитвы. И, наверное, заканчивался молитвой, да? Давайте мы сейчас все преклоним колени, помолимся и возблагодарим Бога за эту возможность, которую Бог даровал нам в это благоприятное время изучать еще хотя бы русский язык с молитвою, в том, чтобы иметь общение не только между собой, но и со своими дедушками. Давайте мы помолимся.
Творец наш и Создатель, благословенный и святой, мы благодарны Тебе за многие Твои блага и за все Твои щедроты, за милости и за благодеяния Твои, Господь. Мы благословляем Твое святое имя. Мы благодарны Тебе, Господь, за многие Твои милости и за Твои щедроты, за это время благоприятное, когда мы можем изучать наш отеческий язык для того, чтобы иметь общение друг с другом. Господь, благослови детей, благослови преподавателей, благослови этих сестер, Господь, которые выделили, оторвали от своего сердца время для того, чтобы посвятить, для того, чтобы научить этих маленьких детей тому, чтобы они правильно говорили, правильно изъяснялись. Господь, милостью Твоей благословим и благословляем их на эту предстоящую, на эти предстоящие летние каникулы. Благослови и храни их, Господь. Благослови милостью Твоей, Господи Боже. Подвигни еще многих к тому, чтобы изъявили желание трудиться для славы имени Твоего святого. Тебе вечному и чудному, Тебе великому и всемогущему, да будет непрестанно хвала через Господа нашего Иисуса Христа во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Будут еще какие-то вручения или что? Все, да? Учителя по классам, да? По классам? В столовую или по классам? Дети, а теперь вместе со своими преподавателями пройдите в свои же классы. Благодать. Давай. Я прошу, братья и сестры, братья и сестры, братья и сестры, детишки, давайте мы на секунду, подождите, не бегите. Давайте мы все встанем и закончим наше собрание и наше общение словами благодати. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Теперь можете проходить по классам.